наконец-то включился. Короче, девочки, мальчики, зажглись огонечки. Зажглась елочка, зажглись. Не показывает вблизи. Ладно. Елочка зажглась. Music volume muted. Ничего не видно, ладно. Сейчас пустенько. В общем, ребятки, когда они развелись, родители Рикардо, 12 лет назад они разошлись. Теперь Рикардо хочет снять комнату. Он смотрел в эти выходные, чтобы ему не ездить 45 минут автобусом. В один конец. Он хочет снять комнату возле ЖД вокзала Ньюпорта. Ходить пешком, экономить 150 фунтов на дорогу, потому что он бывает тут и свои выходные дни в спортзал ходит. Что сейчас бывшая жена, его мама, бывшая жена этого папы его, рассталась с ним. Боже, какой ужас, какой мусор. Ой, боже. Ну, вроде решают проблему бездомных. Вроде меньше, чем было. Ну, когда приехала, было очень мало. Уже і про феросплавний пишуть, що обстрілили, напевно, що теж остановить. 2008 год. Пытались, знаете. Ну, кризис, финансовый кризис. Сори, сейчас ветер будет, сори, я без микрофона. Я не думала, что телефон включится, он что-то глючит у меня. Буду разбираться, что я не туда нажала. Короче, мама его, представляете, приглашает папу назад. Она у него медсестра, чтобы она за ним ухаживала. Вот папа сейчас болеет, плохо себя чувствует в 70 лет, в 70 лет. Rakuten Viber, check for new messages. И представляете, она рассталась со своим бойфрендом или партнером, приглашает через 12 лет бывшего мужа продать этот дом для того, чтобы она за ним ухаживала. Съехаться, получается, финансово ей легче будет. Она будет за ним ухаживать, за этим 70-летним пенсионером. Ну а ей сколько ей лет? Надо спросить, насколько она младше. Ей, наверное, 52 года. Так а что, 18 лет разница? Короче, надо уточнить. Значит, большая разница. Тут тоже уже украсили. Представляете? Спрашивается, зачем было разводиться, да? Терять в этом наследстве, в этом всем. В деньгах, в переездах, чтобы сейчас снова сходиться. Получается, такой нужен был урок. Зажегся. Значит, в этот уикенд были Christmas lights. Всех люблю, целую. Всем счастливенько, до встречи. Так что он сейчас будет переезжать, ну, искать себе комнату, чтобы у него строилась его личная жизнь. Наконец-то, в 28 лет. Shutter button. Video pause. Shutter button. Message.